Спасибо.
Вот 10 метров за одну секунду. Никого нет. Какой нормальный туда пойдет, кроме нас? Еще 20 сантиметров. Да куда ты обратно-то? Соня, надо, чтобы все хохотали. Эй, ты нет, нет. Но все же стерто. Вот так все, смотрите. Вот. Все вот так. Надо вот пройти грустно. Соня, вернись, я все прошу. Иди сюда. Иди, иди. Ура! Поднимайся там, поднимайся! Не сейчас еще! Сергей, сейчас после ужина пускай приходит. Слышно? Отвечай! Отвечай! Керок! Она не умеет петь. Кто посмеет сказать, что она не поет? Вот кто не поет! Возвращайся! Вот как интересно, здесь ты зимей. Соня еще раз. Все, иди где-нибудь выжми, чтоб сухая была. Нету? Бабочка тут летает, и надписи красивые сделаны.
берегите свои книжки, делайте здесь записи очень четкие, красивые, такие приятные. Эти книжки потом вы кому-то будете показывать, может быть, своим родителям. Просто оставьте себе на память. Это ваша характеристика как певца, входящего в старший хор. Примерно на один год вам эти книжечки. Ну, начинаем выручать. Так, в каждой книжечке сначала написано фамилия, потом шеф по партии, потом шеф по звену, а потом свободное место для того, чтобы записывать сюда произведение и результаты сдачи произведения. Итак, первая сегодня Ивченкова Юля. Шеф по партии Корчагина Катя, по звену Гордиенко Олеся. Ивченкова Юля. Поздравляю тебя. С началом работы в старшем хоре. Всем покажи, поклонись, сделай похлопайте. Не выходи, не выходи. Браво, Кухаренко Лера. Другая Света Церах и третья Света Церах. Три Света Церах. Поздравляю. Таня Ищенко, Строкоус, Лазарь Мартынов. Улыбнись. Ух ты, как разрисовано. Что? Такие значки, такие. Заморина Маша. Заморина Маша. Чебанка Ольга. Величко Шурик. Козлова, Козлова. Валежникова Настя, Иванова Кристина и Иванова Кристина. Вершинина Аня совместно с Мальцевой Ярославой усиленно начинают работать над Горбуновой Лерой. Поздравляем Марию. Курбатова Вероника, Петько Таня и Петько Таня. Поздравляем Веронику и желаем пусть... Ну, давай иди сюда. И она не хочет так. Она хочет торжественно перед всеми. У нее в прошлом году не получился переход. А в этом году он у тебя получится. Я тебя поздравляю. Я тебе желаю. Мы сейчас и надеемся. Ира Горина. То же самое. Поздравляем Иру, у нее Баташова и Баташова. В прошлом году не получилось, а в этом году умри, но перейди. Первых альтов продолжает Харина Екатерина. Аскакова Света Кондратюк Алена сделает все возможное, чтобы из Екатерины получилась настоящая Катя. Точно вас. Поздравляем. Давыдова Аня. Терентьева, Терентьева Наташа. И Давыдова Аня. Вот она идет, Давыдова Аня. Топ-топ. Поздравляет Аня Сотова. Вот что происходит. Так, ну и во вторые ряды пришла мощь. Смирнова Екатерина и Лупова Полина начинают усиленную деятельность по обработке и переработке десятника. Алексеенко Екатерина и Алексеенко Екатерина работают над младшим сержантом Вера. Сержантова Вера. Коблова Татьяна. Коновская, Коновская Марина. Марина. Колесниченко Ольга. Тесличенко и Самойленко. Анастасия. Шеф по партии написан все такими желтыми буквами, читайте. Скорее, скорее. Обе? Оба раза? Ой, тут никто тебя не поймет, скажи, написано. Скажи, перепишу.
Мы приехали в лагерь, поселились, разместились удобно. У нас прошла первая прогулка. Совершился геройский переход через речку Сан-Лидзин. И ее последователи. Также прошел первый совместный тур, на котором мы забрали в первой части слова «Ливайзе». И теперь вместе произведение с книжечками. Вот. Ну, у меня есть некоторые замечания школы, в основном в столовой. Возможно, через три дня, знаете, как голодок книжка. Вот, очень красиво было. Ты что, когда ехали в поезде, мало ли, все, что есть. У нас хорошо, довольно-таки разместились. У нас в комнатах все хорошо, все разместились хорошо. Все у нас там будет открываться. Готовься к коллективному дню рождения. Ох, теперь зрителей будет на полно. На коллективном дне рождения. Так, еще кто-то. Все, все, Александр Сергеевич, на берег. Раз, два, раз, два, раз, два, три, четыре. Раз. Комар. Камера, снимите, пожалуйста, комара. Снимайте. Да. Супер настоящий комар. Комар помятый, сорт первый. Конечно, расселись по кельям убогим и пошли обедать. Но не хватило там кельи. Отправились. Многое лето, многое лето, многое лето. Молодец. Хорошо, только улыбайся. Торжественное произведение. Молодец.
Нет, смотри, вот здесь. Вот отсюда еще раз. Подожди. Нет, в этом слове последняя буква. Да здравствует, Дарина! Такие клавиши. Был горн. И несколько раз наши горны попадали в исключительные ситуации. Один раз горн помяли в толпе, так просто раздавили. Так, ну в нашем хоре есть несколько горнов. Сегодня мы начинаем утро, подъем. Дальше можно делать любые импровизации, какие угодно там. Дождик не дал нам пойти. Выход на зарядку, есть такая песенка. Умывайся, что-то там еще такое. Это зарядка. Обычно зарядившись, идем кушенькать. Все-таки сегодня у нас праздничный очень день. И в праздничный день у нас звучит торжественный горн. Торжественный горн бывает... Нет. Так, как он называется? Примерно так. Но до торжественного горна далеко, а надо идти выходить на улицу, на прогулку идти, как вы... Но это вот из 6-й симфонии Бетховена. Я обязательно всем покажу ее когда-нибудь, когда будет возможность. Перед ты, не берешь дыхание и ступаешь на третью ступень. Я даже не видела об этой деревне. Вот и думаю, что... 71. Правда? Да. 71, правда. Он так ничего не споет.
Виростала трава шелковая, виростала трава шелковая. Так, вот так надо, подожди, давай. Давай музыку. Виталий Халмс. А наверху Маша? Нет. Ну, может быть, наверху Маша? Это нормально. Юлечка! Чего? Я? У меня план растет. Нужно привыкнуть. Я уже давно привыкла, а мне все время заправляют. К такому промыванию. Лекарства? Нет, не в том. Еще раз то же самое с изгибом туловища в левый. Два. Остановимся. Четыре. Руки ножи пора. Десять. Еще подальше тяните, кто как может. И также разворачивайтесь, кто как. Спасибо. Очень хорошо. Вот сюда. Еще сюда. Еще сюда. И вот еще. И еще. Вот и все. Потянитесь чуть и вперед. Два. Три. Отдыхаем. Четыре. Снова. Раз. Два. Три. Отдыхаем. Четыре. Снова. Поглубже. Пониже. Посильнее. Отдыхаем. Четыре. Снова. Раз. Два. Три. Отдыхаем. Четыре. Два. Руки вверх. Три. Чего вы путаетесь в простых, в таких простых вещах? Два. Теперь обратно. На плечо правое болит. Я буду лев. А в ладонь правую, как раба. Вперед. Два. Три. Теперь обратно. Раз. Два. Три. Отдых. На досках поднимаемся. Руки на поясе остаются. На носочки. Раз. Два. На пятки. Три. Четыре. Раз. Два. Поддержите. Три. Четыре. Раз, два, три, четыре. Два, два, три, четыре. Раз, 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 два, три, четыре. И еще раз. Раз. Два. Три. Все. Потрясите руками. Головой. Два, три, четыре. Без поворота. Раз, два, три, четыре. Пять, четыре. Обратно. Раз, два, три, четыре. Кто как хочет. Раз, два, три, четыре. Thank you.
стерилизируется. Да. Я стерилизируюсь. Как ходить? Раз.
норм. Четкий стараетесь сделать, а без особенных эмоций. Странное. Да. Вот, но у меня с ним нет проблем по звену, все нормально, с ней все слушается, там все выполняет замечания. Вот, по партии тоже, она очень любит учить партии, там все нормально, но немножко с интонацией проблемы. Вот. Громче, вообще. Да. А по партии, мы с ней дали три партии, вот у нее хороший очень голос, вот интонация хорошая, только чисто она общительная, но она не стала так замыкаться в себе, в каждом году. Ну вот, ну мы попытались там как-то с ней общаться, чтобы она была более так раскована. По-моему, слишком немножко сначала было, но она там забывала там, когда там уходит после завтрака, там меня не ждет, там сама уходит. Ну вот, ну потом с ней поговорила, потом стало все нормально. А так она вообще очень хорошая, всегда там меня спрашивает, мы с ней друзья вообще. Так проблем нет. Почка. Ну, у нас не особо никаких проблем нет. Мы сдали 4 партии. Ну, с голосом у нее все нормально, только вот иногда интонация, когда она устает, иногда заезжает. Осталось так она. Я думаю, что она в лагерь не поправится, у нее еще есть. Вот, сегодня я у нее, например, стала проверять. Под подушкой у нее были эти конфеты, обертки от конфет. Вот, но я с ней, я не знаю, они девочки говорят, что слышали, что она ночью ест конфеты. А остальное все хорошо. Только нет интонации, памяти, силы, голоса. По моим наблюдениям, она на хорик уже все поет. То есть вообще не поет. Мне кажется, ей... Иногда только в самые ответственные места. То есть она все время по сторонам, она не смотрит, когда другие партии поют. И да... Бывает такое, что попадет на вас, на 15 минут, потом не успевает ничего делать. Спрашиваю, она молчит. Если не успела садиться, другую партию потом занимается, она... Почему недостаток? Идем к врачу. Вот. Но я думаю, что все будет в порядке. Еще она на хоре как-то вот однообразно поет. И контрастов почти не существует. Я говорю, пой потише, там где погромче. Она почти не реагирует. Как Павлик? Нет, не как Павлик. Еще хуже? Нет, лучше. Очень самостоятельный. А ну конечно, Саша, Венечка. Что родственные связи? Вот как ты? Стоятельный, он как-то даже первое время какое-то он, мне так кажется, может быть, я, конечно, не права, он несколько как-то недоверительно сначала относился, вот, но потом, мне кажется, уже даже не говорил совсем, то есть только отвечал на вопросы какие-то, когда я задавала, а сейчас сам уже начинаешь это рассказывать и говорить. По партии он очень хорошо поет, у него очень хорошая интонация, хороший голос. Мы сдали 6 партий. Какие тесты, кроме общепринятых, еще? Из Глории, что ли? Нет. Над озером ночевала Тучка и вечерняя песня. Но она повеселее стала? Да, стала. Она за нее прошла. У нее голос немного тихий. Не все так получалось, вот, ну, а вот потом уже, когда мы сюда приехали, вот, ну, все хорошо, единственная проблема, она очень ест мало, ей все... И сдавать их, она, например, сегодня, у нее появились маленькие 10 минут, и она взяла ноты, пробежала, Юля, у меня есть 10 минут, давай позанимаемся, и очень... Вообще язык быстро. Да, имя Свифта знает. Море плещет всё вокруг, спокойно спит. Попробуйте. Давай.
Давай. Раз, Целина, Соль, 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 Си, Си, Ля, Фа. Соль, Соль, Си, Си, Ля, Фа. Обязательно. Среди темнеющие призмы. Это у тебя. Ария, Глория, 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 из Эксельсис Део, из Эксельсис Део, Глория, Глория. Мы хотели гелия для отдыха в
Ну, вообще плохо видно, надо Александр Сергеевич, у меня есть такой номер. Видно. Даже я вижу. Я номер один. А что у вас в руке, Александр Сергеевич? Не знаю. Номер три. Советский Союз. Если настроение хорошее, вот как у меня вчера было, и когда я партию сдала без замечаний, у меня было такое настроение, что я из кожи вон лезла на хор. А хора нету? Не, на хоре. А хор был все-таки? А вот если у меня плохое настроение, я уже хуже, но все равно мне очень нравится на хоре, всегда. Ну ладно, мы очень рады. Конечно, лагерь – это встреча в том числе и с трудностями, не только с радостями, но и с трудностями. Вот, вот мудрые слова были сказаны. Да, трудности надо научиться преодолевать. Хорошо, мы очень рады. Поехали дальше. Мне здесь очень хорошо, здесь очень нравится, здесь очень чистый воздух. Только не подражайте друг другу, говорите то, что думаете. В Москве, конечно, в Москве очень много. Очень хорошо, мой любимый предмет хор, и вообще в школе музыкальный фортепиано еще я очень люблю. Люблю заниматься... Сдаю партию успешно. Хочу попасть. Попасть. Ну, тебе как? Ну, очень хорошо. Мне очень нравится. У меня 6 из 9 нравится. Очень отзывчивый, добрый. Всегда мне во все помогает. А кто еще из звена тебе нравится, кроме Алины? Мы никому не расскажем. Мы специально собрали здесь без взрослых. Видите, без взрослых ребят. Никому не все звена нравятся. А может быть кто-то не нравится? Не занимается, я не сказал. Всем нравится. Мне здесь нравится. Здесь красивая природа, лучше есть. Ну когда... Я думаю, что не жарко не будет, когда купаться хочется. Мне по партии не пошла ванна. Мы с ней сдаем партии. Уже сдали 6 партий. Всего 2 замечания. Тоже очень нравится. Здесь веселее, чем в прошлом году. Да чего ж тут веселее-то? В дискотеке чаще. Ну ладно, веселее так веселее. Выросла просто. Она просто в звено еще другое попала. А, ну это большое дело звено. Мне здесь нравится петь. Здесь новые партии я учу. Вот как Глория. Ну да, ты новый. Вот. Мне приходится тут все переучивать. На вторые альты. Вот. Все-таки вы никто не говорит? Да, не Федько. Вот. Очень хорошие ребята, веселые. Вот. Шеф меня по партии позвонил, но даже Терентьева. Вот. Очень добрый шеф. Вот. И хороший человек. У меня есть много подружек. Они очень веселые, мы с ними хорошо дружим. Вот. Называется слова паразиты.
Ладно, она больше не обращает внимания, потому что это привычка, но она постарается, она уже видит, да, постарается от нее избавиться потихонечку. Ну, как Юля говорит, как пишет. Захор мне очень нравится. Вот. Здесь такие уже взрослые парни, не то, что в кандидатском хоре. Я когда вот слушала кассет кандидатского хора, я ее совсем не узнаю. Я думаю, мы совсем не так поем, мы вообще по-взрослому поем уже. Вот. Вообще мне в старшем хоре очень нравится. Ну, трудно парни? Очень? Нет, совсем хоре, не трудно. Там. Потому что говорят, ой, там поют очень много, но здесь не очень много. Вот. Как сложно, все там падают сразу. Ой, как устают, и сразу вообще. А кто так говорит? Не, ну что-то говорили, очень сложно, там все плюхаются, там уже. Ну вот, когда я прихожу на тихий час, вот, я чувствую совсем не устала себя. Ну просто так, как когда ложусь спать, так засыпаю. Ну, в общем, спокойно себя чувствую. Кто же вам говорил в кандидатском хоре, что в старшем хоре все плюхаются? Кто? Очень трудная работа, там говорят. Конечно, трудная, разве легкая? Кто, ребята, что ли, кандидатского хора между собой говорят? Или кто? Или ваши родители говорят? Да нет, у нас родители. В общем-то, мы с Наташей, когда учим партии, мы строго прям не учим. Аня, ну-ка, быстро там что-нибудь там такое. Ну, так вот. Ну ладно, Аня, 3:15 там, начинаем петь. Это все не строго, это как-то... А кто-нибудь-то видел, что так вот строго учат? Заметил же таким? В плохом смысле строго. Ну так. Понятно, вообще вообще были у нас такие шуточные моменты, когда шеф запирал свою подшефную в комнату и говорил, пока не выучишь, я тебя отсюда не выпущу. А это касалось, знаете, каких произведений? Тарикаль, моя реченька. Честно, ну, тут, сами понимаете, уж действительно, если уж не может Тарику выучить, то, конечно, его надо запирать, не знаю, там, в ванной, там, в туалете. И пока он не споет, оттуда все как следует, ее пускай. Ну, последнее, я хочу сказать про партию. Когда первый раз я пришла в старший хор, вот, когда было там собрание, там, определяли по шефу, мы с Асей пошли учить партии. Ну вот это много лет, там, конечно, не очень много слов там. Ну, сама думаешь, дома разберешь, если там много так не играла. Ну, в общем, ты сама все дома разберешь там. Не, ну, конечно, в старшем хоре, конечно, отличие от кандидатского хора, прежде всего, или одно из самых основных, что здесь мы все-таки вас уже считаем достаточно взрослыми, и самостоятельные, поэтому нормально, что Наташа сказала. Это слишком легкое произведение, всего 2 слова, многое лето. Посмотри дома сама, вот я тебе приблизительно сыграл. Нормально. Маша. Мне здесь очень нравится. У меня 2 хороших шефа. 2 Оли. Быстрее все рассказывайте. Да? Активно, Настя, давай. Мне бы не хотелось начинать вообще, как все, но я начну. Мне тоже здесь очень нравится. Ну, как по-другому начать, не знаю. Я же сначала, когда приехала сюда, мне не очень нравилась еда, но потом со временем я начала и не привыкать, но получше стали уже давать. Вино у нас очень хорошее. Я всех люблю. Ну, очень люблю своего шефа Машу, Дачевскую, Катю. Ну, Кристина со мной обращается как с ребенком вообще. Да? Она такая добрая, что мне иногда хочется что-нибудь другое. А тебе слишком, что ли, заботиться? Да. А почему как с ребенком? В каком смысле как с ребенком? Ну, меня мама, когда я уезжала, она говорит, ну ты там не слишком трудись, и Кристина, я думаю, ну точно, ну как мама, а как ты не слишком трудись, а в каком смысле? Мама вообще говорит, а вдруг у тебя там горло заболит? Я говорю, ну заболит, ну как-нибудь себе. Ну мама все равно говорит, ну ты там смотри, чтобы все хорошо было. Я долго ее успокаиваю, говорю, все хорошо, мама все
мамка. Так вот и Кристина такая, потому что мы когда собирали шефов, то мы им говорим, теперь вы и мама, и папа, и дедушка, и бабушка. Конечно, для своих подшефных, поэтому нормально. А действительно, кто же еще? Только шеф может вам помогать. Шеф. Зачем я хочу петь? Потому что, когда у меня устает голос, я даже как-то не обращаю на это внимания. Мне очень нравится эти песни. Даже в кандидатском хоре, но тоже были красивые. Но в старшем хоре я могу все внутри прям летать, разрываться. Но все-таки и главное Кристина, береги. Кристина говорит, ну ты отдохни, я говорю, не хочу, и пойми. Мама говорит, смотри, не трудись. Кристина говорит, отдохни, не пой. Гланды болят по ночам, она плачет, но у нее разрывается, и поэтому она поет. Она у меня очень хорошая. Шеф, просто великолепный у меня Маша. Я ее очень люблю, она мне все время заботится. Она больше всех меня поддерживает, наверное. Очень помогает мне учить партии всегда. Трудности у нас. Да. Но, какие, это какие у тебя друзья плохо с другой? Не по шефу вообще. Что тебе не так? Ну пусть бы это
это самая большая трудность. Следующий круг попадет куда-нибудь. Это тоже обход с утра. Вот встаешь и чуть ли прям не в натяжке бежишь, тряпку мочишь, чтобы хуй протирать. Меня шефа прям вообще, но она мне это зимой по парте. А какое прозвище на тебя дала? Оберегает тебя от прозвища. Она очень добрая, помогает мне учить партии. Учит меня в жизни в хоре. Помогает там везде. Так все хорошо. Вот и перед сопрано поймется. Хорошо. Ну, пойду. Достаешь высокий звук? Да. Достается? Это очень трудно. Конечно, в таких никогда в жизни не пели в пиндарском хоре повод по нагрузке на голос. В хоре очень хорошие ребята, мне все очень нравится, они все добрые. Очень нравится мне Елена Владимировна. Все время вкусно помогает. Очень нравится тем, что здесь очень красивая природа. У меня шеф студентной по партии Лановская Юля. Всего пока три партии. Одно замечание. Получается. Получается. Ну, давно она сдавала девочку уже, пошли, да. А Юля с тобой уже много занимается? Да. Или все-таки мало? Много. Она с тобой бегает, ищет тебя, чтобы заниматься, или как? Нет, не много. Вместе. Мне тут не очень нравится, потому что кровать очень мягкая, она скрипит. Кровать наоборот провалится. Когда вот, когда поворачиваешься, она обязательно скрипит. И тебе постоянно вот Маша мне говорит, или еще кто-нибудь, вот очень громко там скрипит. Нравится, тебе рот хороший. Надо у нас на даче тут. Но там все-таки больше машин. Хоть как, за город, ближе к Москве. А тут далеко и, ну, как бы, заслуживает. Мне здесь очень нравится, но так как я в других лагерях не была, я не могу судить, где лучше. Но, на мой взгляд, здесь все очень хорошо. Мне нравится, что мы живем в лесу. Ну, вот, жалко, что я не взяла с собой краски, то здесь можно было нарисовать очень красивый пейзаж. Здесь очень красивая природа. Краска ты захочешь нарисовать, когда это время волнует. Скоро мне тоже нормально. Есть только две проблемы. Во-первых, чтобы что-нибудь в комнате не упало. А второе, голубь бы не сел. Не знаю даже от чего. Потом становится сложно, у меня скелет. А так все хорошо. Мой шеф по партии по звену Катя Алексеевна мне очень нравится. Она мне очень хорошо помогает учить партии. У меня уже сдали 4 партии, все без разрешения. Я сегодня, наверное, буду сдавать одну часть из двора. Ребята вот эти, которые сидят, как-то больше друг, чем другие. Со Светой Мироновой. Она со мной развинили и не помогает. Мне очень нравится заниматься хором. Получается? Да. Ты поешь, я чувствую, что получается. Сам была. Получается. У меня очень хороший шеф Света Цера. Она мне очень нравится. Она меня всему учит. А по нашим наблюдениям она все время сама по себе ходит, сама по себе.
они все равно есть такое. Да. Да. Наблюдение старое, устарели. Конечно. Здесь очень красиво. Красивое природа. Здесь очень много земляники. У нас есть одна проблема. У нас в палате ночью мигают лампочки. Они всех помигают. Они всех помигают. Чаще они мигают. У нас не сказали, что ничего страшного. Наверное, такой. Хорошо. С Артемом лучше. Трудно очень тебе. Мне вообще легко здесь. А Петя? И тоже. А Лена Козловка. Нормально. Конкретно. Она нравится тебе? Да. А чем нравится? Ну, она так тщательно учится на парте. Просто мы учим парте, не сразу идем сдавать. Куда мы все время сидим? А как она сама поет, чувствует? Да. Она солистка. Очень хорошо поет, голос очень хороший. У кого учится параллельно? У Виталия Михайловича. Похоже. Без улыбаться. Ну ладно. С вами? Чем она занимается? Я даже все забыл. А он тебе что-нибудь про лагерь рассказывал? Рассказывал. И что он тебе рассказывал? То, что надо в первую очередь сдавать партии, очень качественно. Ты идешь светлой дорогой, твердым шагом, ясным взором вперед. Да? Будешь переходить в старшую школу? Нет, конечно. У тебя есть такое стремление явное? Нет. У нас тоже у всех есть такое очень большое желание, чтобы все здесь сидящие для этого в лагерь поехали. Так хочется, чтобы все перешли, и не просто перешли, а через год некоторые из вас сами будут шефами. Через 2 года просто обязательно должны быть шефами. И даже через 2 года вы уже будете основным составом хора. А через 3 вы вообще должны занять место там Лена Козлова, Женя Крюк, вот, там, Катя Алексеевна, и все, всех певцов наших основных. Находить возможность радоваться и уметь грустить тоже. Oh.
останется. Да. Потому что и она тоже так. Хорошо, в звене себя проявляла, и она заместитель для него, вы на следующий год хотели ее уже за него делать. Нет, ну а Наташа, она, в принципе, в последний год, да? Да. Маша, скажи. Да, ну, серьезно. Все-все. Ну, все, решили, да? Дальше. Значит, на первое звено у нас Старковуз попадает. Сереги на Ира, это второе звено. И Дикий Штольд. На том, Дикий Штольд, да. Сереги на Ира. Мне кажется, пусть так даже остается Ира, а Оля. Альбомы там за какой-то год совершенно, когда ее еще не было. Ну, Надежда Владимировна же помогать должна была. Нет, понимаешь, что дело? Она сказала, что я не справляюсь с работой, я даю сама. Ну, понятно. Конкретно ничего не сделано, да? Маша Шишкина. Маша Шишкина. Конечно. Да, да, можно. Да, она будет уже скорее света подготовиться. Да. 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 Хорошо. Потому что сейчас же это год, она же не подготовилась еще, она просто... Она слышно, как она меня минизует партию. А, все это важно. Ну, тебе надо было, может быть, со мной даже как-то посоветоваться. Ну, или с Женей, да, тогда было лучше получилось. Но сегодня это уже хорошо начала. Потому что это очень важно, конечно, чтобы мы время не теряли лишнее. Лен, ну ты свои ощущения расскажи, как тебе? Ну, все-таки ты в Германии была уже с ней, здесь уже прислушивалась. Да, не так уж и никак, мы даже, ну, потом Женя подождала, мы пошли уже. Но она вообще-то, когда она приходила, ремонт разбирала, она не пришла вообще, вообще. Я тоже, кстати, не ходила, но я сама ухожу с этой работы, я вообще не люблю. Обстоятельно про эту кандидатуру рассказывает. Давайте из тех, кто был за. Ну, то есть Оля должна вот действительно такой обстоятельный, разумный рассказ приготовить о Ване. Конечно. Он, который она упадала на землю, он даже вкладывал на землю, кот в музей. Кот в музей. Значит, просто... Ну, так как Таня у нас остается ведь еще в хоре, да, мне кажется, что, в принципе, она пусть тогда еще этот год и будет с ней роль. Да. Потому что пусть она Аню тогда готовит на следующий год, как да. Хорошо, чтобы было, да? Значит, оставляем Таню. Саша, а ты как считаешь? Я для Тани. А мне кажется, Аня, она потом должна как-то быть с ней, да, без него? А она в каком классе? То есть там она написана? Она сейчас... Седьмой перешла. Первый сопрано Женя. Да, первый сопрано. Катя, ну погоди, ну куда ты торопишься? Il povero ragazzo voleva raccontare.
Ну что, садитесь, пожалуйста. Много-много фамилий. Наверное, больше, абсолютно большая часть хора сегодня была названа как благодарность, к ней обратились за большую работу в этом прошедшем учебном году. Тогда мы еще на вас посмотрим. Спасибо вам. Даже распределяют все на него.
Мы все сами еще не очень хорошо можем это на словах объяснить. Это больше обращено к чувству, чем вот формально написать пункт первый, председатель то-то делает, председатель второе, председатель третье. Мне всегда казалось, что председатель совета хора это как бы самый любимый и авторитетный человек в хоре. Не обязательно именно так любимый, как например, хороший Маша. Вот. А просто вот куда посмотреть, когда надо что-то в чем-то, когда он сомнется. Куда посмотреть? Его радость, а наша радость, все остальные выключили, видеть в этом человеке какой-то образ, знаете, образ, который представляет наш хор, который представляет наш хор. Мне показалось очень мастер философ, потому что таким понятием в этом году вполне соответствует Лена Козлова и Наташа Антилетти. Хотя они еще до начала этого года всего результата наших собраний заявили, что они не могут, они очень хотят, но они не могут участвовать по большому счету в работе Совета Хора в связи с очень трудным положением с 11 классом, с их возрастом, с их необходимостью поступать дальше в институты, куда им нужно. Будет большая загрузка на дополнительных занятий, как у многих у вас на курсах. Вот. И им очень грустно расставаться с работой в хоре, скоро они не остаются с работой в хоре. Вот они вынуждены это делать. Мы же их все-таки уговорили, то, что уговорили, да, вместе разговаривали, советовались все. Вот. И решили, что обе они соответствуют этому образу председателя, как я вам сказал. Можно слово председатель, это просто как бы единица совести нашего хора. У меня нет никаких претензий за все время, сколько мы жили, ни одной, ни малейшей, ни к Лене Козловой, ни к Наташе Терентьевой, вот в этом плане, о чем я говорю. То есть мы никогда не сомневались в их преданности музыке, в их преданности хору. Она очень хорошая девочка, очень прилежная, всегда всем помогает. И мне бы хотелось, чтобы она была председателем совета. Тебе было приятно, что в таком хоре ты председателем совета. За то, чтобы секретарем совета хора была Наташа Терентьева. Мы ее поздравляем.
успехом, чтобы доработали год до конца и закончили год с чистой совестью и с радостным настроением. И весь хор будет вам в этом обязательно помогать. Это большое вам не просто уважение, да, не уважение, и доверие какое-то наше. Спасибо вам за то, что вы такие хорошие, что мы вас сегодня избрали. Время нет. Не, ну каждый свою высыпает-то. Куда ты прибежала-то? А, ну, свою, привет, конечно. Мы же звено собираем. Уже можно этот ящик было взять с собой. Тогда будет все.
Лена, Настя. Всю страну. А я призываю весь мир. Весь хор весна. Плавные и весь хор искорка. Весь хор под управлением Сони Лебедевой. Третье звено несите. Красивое у третьего звена. Вынос малины состоялся. 13,5. 4-е звено. Никто не любит, что мы главное. Большое спасибо. Очень хорошо. 14. 4-е. Молодцы. 4-е звено. Сколько же, сколько во втором? 16. Ух ты. Какое звено? 5-е. Самое маленькое звено у нас. Так и сколько у вас? 10. Нормально, нормально, хорошо. Нет, что-то шестом не. Хорошо. Зато красивое. Сколько килограмм? 10. Много. Не, ну мы. А может они вот это будет? А может они сейчас. Все в ожидании. А все равно. А мы больше всех набрали. А мы больше всех набрали. Поздравляем вас. Давай работай. Что значит нам обещали, когда мы сейчас собираем все в общее ведро? Нет. Ну давай. Для истории. А любовь девичья с каждым днем сильней. Не могу. Как же? А как же мне решить? Просто мама постоянно поет моей сестренке колыбельную. Давай дальше. Как же мне решить? Как же мне решиться рассказать о ней? Я На всех человеческое. Я не могу от коллектива отбираться. Хотя мне совсем холодно. Подожди, да приду. Пойду. Я
Его снять. Отличная. Сергей Иванович. Раз, два. Как-то ты четыре, а на три делишь. Раз, два, три. Что ты делаешь? Раз, два, три, четыре. Здесь бы нам лагерь устроить свой собственный, раз и навсегда. Мы даже с комарами бы подружились, вообще создали бы общую компанию. Твои хорошие люди. Я еще пока не позову. Класс, молодец, ничего. Мы сейчас тебе будем помогать, если что. Правильно? И осторожней зайди, только за крепкие берите. Так. Браво. Не можешь зайти? Не советую, а ты... Да можно, так зачем? Надо ползти, очень осторожно. Они по самому трудному участку пошли. Вот здесь лезьте, где зелененькое. Ой, извини, пожалуйста. Лер, ну вообще... Это ты, я тебе искала, ходила. А я могу слезть отсюда. Да. Но мне бы хотелось не только, чтобы сегодня был у нас хороший такой вечер, он, собственно, уже прекрасный. Какая погода, какая природа, какие чудные ребята, какие у нас сегодня были занятия, какой завтра будет день хороший. А мне бы еще хотелось, чтобы когда мы приедем с вами в Тартаны, это место, где именно где родился Лермонтов и где его музей, то если нам будут задавать какие-то вопросы или нам будут о чем-то рассказывать, чтобы мы уже как-то с этим встретились немножко больше, чем вот на этот момент, как все знаем. Вот. Ой, как хорошо. Когда их читаешь, такое впечатление, что речь идет не об одном и том же человеке.
ребятки, все погромче. Легче слушать. Кавказ. Хотя я судьбой на заре моих дней, о, южные горы, отторгнут от вас, чтоб вечно их помнить, там надо быть раз. Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ. Это как риза. И снится ей все, что в пустыне дано, в том крае, где солнце восход. Одна и грустна, и уже всегда видит прекрасная память. Мачта гнется и скрипит. И вы, наши стремители, не от счастья отбежит. Под ним струя светлее лазури, под ним луч солнца золотит. А он мятежный еще дует, как и пыль в гости попадает. Скажешь, хлеба просит, в зоне взял живую душу. Кто-то камень положил. Невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди и жаждой мести поникнув гордой головой. Не вынесла душа поэта позора мелочных обид, восстал он против мнений света, один, как прежде, и убит. Убит! К чему теперь рыдания, пустых похвал ненужный хор и жалкий лепет оправдания? Судьбы свершился приговор. Вы, надменные потомки, известной подлостью прославленных отцов, пятою рабскую поправшие обломки, игрою счастья обиженных родов, вы, жадную толпою стоящие у трона, свободы, гения и славы палачи, таитесь вы под сенью закона, пред вами суд и правда, все молчи, но есть. Есть Божий суд на перстнике разврата, есть грозный судья, он ждет, он недоступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед. Тогда напрасно вы прибегнете к злословию, оно вам не поможет вновь, и вы не смоете всей вашей черной кровью поэта праведную. Забыла, я свободу без заблуждений не отдам.
И так пожертвовал я годы, твои губки, глаза. И так я слишком долго видел тебе надежду помню. Целый мир затопил. Как знать, быть может, тем мгновением, что против перемог вас, вдохновение, а чем-то заменило. Быть может, мыслью небесной, силой воли убежден, зачем? Нежно обещала ты заменить его венец. Зачем ты не была сначала? Я горд, прости, люби другого. Мечтай любовь найти в другом. Чего бы то ни было земного, я не садила в себе. Чужим горам, под небом юга, я удалюсь. Не стану наслаждаться, и в страсти стану клясться всем. Со всеми буду я смеяться, а плакать не хочу ни с кем. Начну обманывать безбожных, чтоб не любить, как я люблю. Но женщин уважать невозможно, когда не обманывают, не мир. Я был готов на смерть и муки, целый мир могу звать. Лишний раз пожать, не знав коварную измену, тебе ее души отдавать. Знала цену, ты знала. Даром Москва, спаленная пожаром французу, отдана. Ведь были схватки боевые, да говорят, еще какие. Недаром помнит вся Россия про день Бородина. Молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики. Что ж мы на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры чужие изорвать мундиры, а русские штыки? И вот нашли большое поле, есть разгуляться, где на воле. Построили редут, у наших ушки на макушке. Чуть утро осветило пушки и леса синие верхушки. Французы идут как пушки. Садил снаряд на пушку друга и думал, угощу я друга. Постой-ка, брат Мисью, что тут хитрить, пожалуй, бой. Уж мы пойдем ломить стеною, уж постоим мы головою за родину свою. Два дня мы были в перестрелке, что толку в этой безделке? Мы ждали третий. Небо засветилось, все шумно вдруг зашевелилось, сверкнул застроен строй. Полковник наш рожден был хватом, слуга царю, отец солдатам. Да жаль, рожен булатом, он спит, тянулся вон. И молвил он, сверкнув очами, ребята, не Москва ль за нами, умрем-то под Москвой, как наши братья умирали. И умереть мы обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой. Муж был денек, сквозь дым летучий, французы двинулись как тучи, и все на наш редут. Планы с пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами, все промелькнуло перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений, носились знамена как тени, в дыму огонь блестел, звучал булат, картечь визжала, рука бойцов колоть устала, и ядрам пролетать мешала гора кровавых тел. Были люди в наше время, могучие, лихое племя, богатыри, не были. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля, когда б на то ни Божьей воли, ни органы. Так, наше время не более чем до 12. Не более чем. Давайте пальцы. Ну, почти 2 часа. Да, да, почти. Концерты, концертирование, такой цели у нас никогда не было. Но практически, конечно, концертирующие, концертные.
хор, очень много концертирующий, ярко, интересно. Вот так получилось. Thank you.
Thank you.